Добрый день! Мы приветствуем вас в передаче «Дигитарк», и сегодня наша тема – конференция TEDx Лас Намяе. У нас в гостях Маша Ефимова, модератор TEDx Лас Намяе. Здравствуй, Маша! Привет! Хочу поговорить, возможно, не все, возможно, есть еще люди, которые не знают, что такое TEDx, и TEDx Лас Намяе в частности. Могла бы ты в двух словах рассказать? Конечно. TED вообще это аббревиатура некоммерческого фонда, которая расшифровывается как технология развлечения дизайн. Это уникальный формат конференций. Конференции в таком формате проходят по всему миру. Это уже стало неким брендом и стилем. Эти конференции отличаются тем, что спикер имеет только 18 минут для того, чтобы поделиться своей какой-то уникальной идеей. И, на мой взгляд, самая прекрасная часть этих конференций в том, что темы очень разносторонние, и каждая тема представляется на довольно простом языке, доступном каждому зрителю, чем бы он ни занимался. То есть в этой конференции не должны участвовать подготовленные люди, связанные одной профессией или каким-то интересом? Абсолютно. Наш зритель сегодня – это человек, которому интересно все. Это человек, который просто хочет идти вперед, знать много и, может быть, общаться с людьми, которые думают так же, настроены так же и тоже хотят жить интересно. Я знаю, что конференции TED проводятся по всему миру. А в чем уникальность TEDx Лас Намяе? TEDx Лас Намяе на сегодняшний день – это первая русскоязычная TEDx-конференция в Эстонии. И когда мы впервые создавали ее, мы видели своей задачей дать сцену, дать площадку спикерам, людям, которые чего-то достигли, проживая здесь, рядом с нами, и возможность поделиться этими своими достижениями или уникальными идеями на русском языке. То есть для русскоязычного зрителя. Но сегодня мы опять же уже пришли к тому, что нас посещают не только русскоязычные люди, но и люди, говорящие на разных других языках. Поэтому у нас есть синхронный перевод на эстонский язык. Так что сегодня мы уже немножко меняем свою направленность. Это очень здорово, потому что расширяет горизонты и участников, и, я думаю, спикеров тоже. Скажи, пожалуйста, тема этого года – коллективный разум. Почему и что под ней подразумевается? Мы имели в виду некий пазл, когда каждая частичка сама по себе, конечно же, прекрасна, но когда мы собираем все кусочки вместе, мы получаем прекрасную волшебную картинку. И это метафора, которая сегодня очень актуальна, на мой взгляд, и на взгляд нашей команды во всем, и в работе, и в жизни в обычной, когда люди объединяются вместе для того, чтобы создать что-то прекрасное, чтобы быть сильнее, чтобы иметь, может быть, какую-то суперсилу всем вместе и, объединившись, получить какой-то совершенно уникальный продукт. Можешь ли ты раскрыть секрет, какие, например, темы или спикеры вот попадают вот в эту глобальную тему, их объединяющую? Среди тех, кто на сегодняшний день объявлен из наших спикеров, например, есть Ксения Йост, это дизайнер, известный дизайнер, которая затронет тему моды, но с необычной стороны. Она расскажет о моде как об отражении времени, об отражении интересов в обществе, в котором мы живем сейчас, которое существовало раньше. И это будет некий анализ, нежели просто информирование нас. Также будет представлен профессор Тартского университета Александр Жарковский, который тоже затронет очень актуальную на сегодняшний день тему. Это тема депрессии среди населения. И он поделится с нами некоторыми идеями, некоторыми своими научными представлениями о том, как с ней бороться и что она вообще из себя представляет. В общем, если кто-то загрустил, будет вариант, как поправить свое самочувствие и настроение, зайдя на TEDx Лас Намяе. Абсолютно. Это наша одна из главных целей на сегодняшний день – вдохновить людей, показать им, что мир разносторонен и нет однозначно плохого или хорошего. Есть просто очень много сторон, которые являются составляющей нашей жизни. Почему мы здесь и сейчас говорим о TEDx Лас Намяе? В частности, потому что Телия в четвертый год поддерживает эту конференцию. Для нас это большое удовольствие работать вместе с вами. И, наверное, ты можешь, как один из организаторов, рассказать о том, как она проходит, в чем заключается наша поддержка, чтобы эта конференция была интересной для тех, кто на нее
придет. Ну, не только наша. Это тоже очень необычная часть, которая именно характеризует формат TED, когда конференция состоит не только из научных блоков, но и из интерактивной программы в свободное время. И как раз Телия вот уже четвертый год будет помогать нам делать эту программу разнообразной, интересной и увлекательной. И я могу сказать по предыдущим годам, что стенды Телия, те развлечения, которые представляла организация, иногда даже оставляли наших зрителей в этой зоне. И когда начиналась уже непосредственно сама конференция, люди просто на нее не приходили, потому что они оставались... Ну, неправда, мы всех отправляли слушать, честное слово. Это показывает в первую очередь то, что мы учимся не только академически, слушая кого-то и принимая какую-то информацию от другого человека, более умного, мы учимся из всего окружающего нас мира, и наша интерактивная программа, она, помимо того, что она развлекательная, она всегда обучающая, она всегда дающая какую-то новую силу, новое знание. Спасибо тебе. Я знаю, что мы сейчас очень важную часть с тобой сделаем. В Фейсбуке мы объявляли конкурс, регистрация на TEDx Ласнаме уже закончена, но 4 счастливчика, точнее 2, получат по 2 билета, которые смогут прийти и участвовать на конференции TEDx Ласнаме 24 марта. Сейчас генератор случайных чисел и Facebook сделают свою работу и выберут этих 2 победителей. Напряженный момент. Возможно, люди сейчас замерли перед экранами и... Я могу сказать, что это Владимир Захаров и Людмила Кудряшова. Я обязательно найду Владимира и Людмилу в Фейсбуке и сообщу им лично, но надеюсь, они тоже смотрят это видео. А всем остальным, кому по какой-либо причине не удалось приобрести билет или попасть на конференцию, есть ли у них возможность каким-то образом послушать эти интересные выступления? Да, каждый год мы делаем прямую трансляцию, когда можно следить за конференцией в режиме онлайн. И с ней можно будет ознакомиться, зайдя на наш сайт tedxlasnamya.org. Спасибо большое, Маша. Спасибо вам. А я хочу всех пригласить на конференцию TEDx Ласнамя. Каждый год там бывает очень круто, и с каждым годом становится все интереснее. И до встречи в передаче «Дигитарг». We'll be right back.